2016 году экипаж большого противолодочного корабля «Вице-Адмирал Кулаков» выполнял задачи боевой службы по маршруту Северного морского пути, а затем в составе корабельной авианосной группы Северного флота в восточной части Средиземного моря участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Собственно, вот. Да. Казанец. Это Казанец. Да, конечно. Смотрите, куда шишка не улетел, хорошо? Да. Ты тоже не упади, если упадет. Вон авиация пошла. Да, держать тебе придется, Андрей. Тактическая группа новейших ударных кораблей в составе фрегата Адмирал флота Советского Союза Коршков и гвардейского корвета Сообразитель. Командует группой командир фрегата Адмирал флота Советского Союза Коршков капитан первого ранга Олег Гусев. Корабли вооружены высокоточными ракетными комплексами «Калибр» и «Оникс» с возможностью поражения как морских, так и береговых целей. Зенитно-ракетные комплексы «Полевин» и «Твитут» имеют мощное артиллерийское и миноторпедное вооружение. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза «Горшков» уникален еще и тем, что при его строительстве было использовано более 30% совершенно новых уникальных технологий и материалов. Защитный контур корабля способен одновременно захватить и сопровождать до 16 летящих объектов, что в сочетании с автоматической пушкой калибром 130 мм и автоматической системой наведения, а также мощной системой радиоэлектронного подавления, делает этот корабль практически неуязвимым. В парадном строю тактическая группа десантных кораблей в составе большого десантного корабля «Александр Шевалин» и новейшего большого десантного корабля «Иван Грек» почетное право участвовать в главном военно-морском параде. Доверенный фрегат десантников Балтийского флота. Большой десантный корабль «Александр Шевалин», который представляет морскую пехоту военно-морского флота, назван в честь дважды Героя Советского Союза контр-адмирала Александра Осиповича Шевалина. В годы Великой Отечественной войны Александр Осипович командует ответным катером «Половин 30 правой рука» транспорта противника. Экипаж большого десантного корабля «Александр Шевалин»
380 человек Москвы и Хоты и 36 единиц различной бронетехники. Там что, оркестр играет у них? Да. Старается. Стойки там стоит, а это вот забрать того же. А вот сейчас на его базе уже эти три никто это уже наши делать не совершает. А нам строить там вверх или строй здесь это проекта. Да, да. А это будет. Красивый, наверное, один из самых красивых самых кораблей. А это вот самый новенький. На юге Кронштадта арктическая группа подводных лодок в составе больших физиологических подводных лодок Владикавказ, Лиги Новгород и Колбина. Командует тактической группой капитан второго ранга Иван Сажаев. Подводников всех поколений всегда отличали высокий профессионализм и мужество, любовь и преданность родине. За годы Великой Отечественной войны подводники совершили более 1200 боевых походов. Итогом их боевой деятельности было потопление более 100 боевых кораблей и 300 транспортов противника общим тоннажем свыше 1 миллиона тонн. Свыше 6 тысяч подводников. Тоже опоры, да. То же самое. Из них 21 подводник. Кучу раз меняли этих заданий. Сначала хотели напихать и хотели сделать там 10, по-моему. Аля Бестрай. Нет. Но... По мотивам. С отклонением туда. Но все вместе не удалось. Стало слишком дорогой, поэтому, по-моему, двумя корпусами ограничены. И пойдут в сторону Мистрали, наверное, совсем. Где-то уже прижался к стеночке. И осуществлять длительное слежение за подводными лодками вероятного противника. Мне кажется, он еще даже сюда флота не вошел. Особое место принадлежит гидроэлектрическим подводным лодкам 4-го поколения проектов 636 и 677. Обладая малой шумностью и мощностью, большой дальностью и длительностью плавания, вооруженные современными ракетными комплексами, минно-торпедным вооружением, перспективными радиотехническими и навигационными системами, эти корабли в ближайшие годы станут основу возможностью Балтийского и Черноморского флотов. Нынешнее поколение подводников достойно продолжает героические традиции своих отцов и дедов, выполняя учебно-боевые задачи только на отлично. Современные подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» имеют новейшее торпедное вооружение и ракетный комплекс «Калибр». Подводники готовы выполнить любые задания родины. Корабли и подводные лодки, это, конечно, тоже. Я шустрый. Это судоводитель. На гражданском рейде ракетный крейсер «Маску» пустит. Командует кораблем капитан первого ранга Сергей Авантьев. Для нас еще идут, а вот них там все потом градом. Радиотехнический смотрю, как командующий там стоит. Вот два командующего. Заводе «Звездочка» в городе Северодвинске. Перед нами совершенно новый корабль, обладающий современным ракетно-артиллерийским и минно-торпедным вооружением, средствами связи и радиоэлектронного подавления, а также мощной газотурбинной силовой установкой, позволяющий кораблю развивать скорость до 32 узлов. Боевая мощь Северного флота значительно возросла с принятием этого корабля в боевой состав флота. Да. Ну, прижал ручником.
наш втроем рулят. Один на верхнем мостике сидят в рубке двое. Впервые парадные линии кораблей военно-морские силы Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Корабли прибыли в акваторию Балтийского моря в рамках двусторонних учений «Морское взаимодействие 2017». Отряду пришлось пройти через два океана, шесть морей, восемь проливов и заливов, а также Суэцкий канал. Суровые испытания моряки с честью выдержали, продемонстрировав высокую морскую выучку и профессионализм. Проходит фрегат «Юнчэн». Корабль придет в состав Южного флота Китайской Народной Республики в 2010 году. Экипаж корабля неоднократно совершал дальние морские походы. Побывал в удивительных странах Средиземноморского бассейна, а также в Великобритании и Франции. Водоизмещение корабля 3600 тонн. Скорость хода 27 узлов. Экипаж 165 человек. Командует отрядом кораблей контр-адмирал Юрий Манс-Зан. Антон. Впервые в отечественной истории в ходе главного военно-морского парада в Балтийском море самые крупные в мире тяжелые атомные ракетные крейсеры. Орден Анахимова, тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Самый мощный и защищенный корабль в мире. Подводные и надводные цели. Крейсер несет на борту 20 пусковых установок высокоточных крылатых ракет «Гранит», способных поражать цели на расстоянии 2000 На борту установлено мощное ракетно-артиллерийское и минно-торпедное вооружение. Имеются два противолодочных вертолета К-26. Все это вооружение в сочетании с уникальными средствами обнаружения и слежения за целями, мощной ядерной энергоустановкой, позволяющей обеспечить неограниченное нахождение корабля в море, делают крейсер неприступной морской крепостью. В феврале 2017 года экипаж крейсера возвратился в родную базу после выполнения боевых задач в восточной части Средиземного моря. 142-е. Других таких? А он еще и сзади. А нет, не такие. А, ёд, репетируют на правду.